Добрый день, зрители нашего канала. Продолжаем рубрику «Нижняя акробатика и ее применение в самозащите». Сегодня покажем еще несколько элементов нижней акробатики, которые потом будут вплетаться в различную работу на нижнем уровне, на среднем или на верхнем уровне. Упражнение «Лягушка на четырех точках». Хорошо держите поясницу, толкайтесь четырьмя точками, носочками ступней и руками. Очень хорошо развивает все группы мышц и работает так, как именно нужно в рукопашном бою. То есть взрыв в момент подлета или опускания – это расслабление. Опять взрыв и опять расслабление. То, что нужно для самозащиты. Следующее упражнение – это переползание на груди и на спине, которая позволяет прятать ваши рычаги и ваши суставы от повреждений на любой поверхности. Переползание на спине и переползание на груди. Обратите внимание, что ваше колено идет к локтям и грудь выгнута полусферой. Все упражнения нижней акробатики заканчивайте кувырочками, которые мы вам показывали и которые, я надеюсь, вы разучивали. Следующее упражнение – это упражнение так называемое шести элементов. Оно позволяет уходить от выстрела, оно позволяет работать и растаскивать внимание человека, который сосредоточен только на одной какой-то точке вашего тела и так далее. Пожалуйста. Здесь соединены все элементы, те, которые мы с вами учили, еще разочек. До этого выход с груди на спину, кувырок вперед-назад и вот эта лягушка. Вот эти несколько элементов, которые мы хотели вам показать.